Машины то и дело заносило, а на пересечении улиц Сибиряков-Гвардейцев и 9 января и вовсе перевернулся грузовик. Автомобиль ГАЗ съехал на обочину, начал буксовать и упал на бок. В ДТП никто не пострадал, правда, это происшествие подпортило нервы многим кемеровчанам. На улицах Тухачевского и Каменской образовались пробки, так как из-за аварии движение по Сибирякам-Гвардейцам перекрыли на 3 часа. Машина попала в пробку. Произошел занос, и она перевернулась.